Как известно, студенты Международного инновационного университета развиты разносторонне, успевают и наукой заниматься, и демонстрировать свои творческие таланты. Вот и в честь Международного женского дня ребята решили своими силами создать в ВУЗе праздничную атмосферу. Поздравляю всех преподавателей, студентов, милых дам с наступающим 8 марта. Желаю крепкого здоровья, большой любви и безграничного счастья. Также, как выпускник Международного инновационного университета, хочу поблагодарить ректора и весь преподавательский состав за вклад и развитие нашего вуза. Сильная половина Международного инновационного университета своих дам поздравила стоя и бурными аплодисментами. А еще мужчины сегодня громко барабанили, танцевали и пели. Проявили свои способности сегодня и сами виновницы торжества. Студентки отмечают, что университет им не только помогает стать специалистами. Здесь они обучаются ораторскому мастерству, умению вести диалог, ну а возможность выступать на сцене придает ребятам еще больше уверенности. В первую очередь это подарки для наших преподавателей, потому что они делают из нас специалистов. Без них мы никто. И поэтому в первую очередь хочется, чтобы именно у них в этот день сложилось приятное впечатление, и они улыбнулись и были горды за такой состав студентов. Международный инновационный университет позволяет каждому студенту развиваться как таланту. То есть в этом плане я очень полюбила этот университет. В завершении праздника улыбок, комплиментов и цветов песня про любовь от университетской группы «Облако-19». Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.